Значит, что хотел показать, будет полезно для охотников, ну и вообще как бы для повседневной, значит, деятельности, для работы, для рыбалки, для похода в лес и так далее. Такие интересные сумки, сумки-бананки. Видите, да, сшиты. Значит, они могут крепиться либо на поясе, либо, значит, поперек плеча. Позже я покажу, как это выглядит. В чем примечательность этих сумок, сейчас покажу. Внутри и назначение, да. Внутри очень они просторные, большие, сделаны из водонепроникаемого ткани. Значит, необходимое их назначение. Значит, ну, например, хранение в них документов на машину. Для охотников, то это охотничьи все документы. Плюс кто-то может туда патроны положит, может быть какие-то другие. Внутри имеется дополнительный карман. Она довольно-таки вместительная. Вот. Ну, в общем, многофункционально и очень крайне удобно. Вот такие вещи у нас делаются. Добрый день, друзья. Как бы продолжаю видео по поводу вот этого вот специального снаряжения сумки бананки. Хочу просто показать, продемонстрировать, что это такое. Значит, смотрите, какой вариант крепления может быть. На пояс крайне удобно. Можно ходить, класть документы, ключи от машины, рыбалка, лес и так далее. Ну, для охотников я думаю, что удобнее будет носить ее как положено. Через пики перегину. Значит, она с нами. Вот здесь вот есть механизм регулировки. Вот, например, побольше я сейчас возьму, чтобы было удобнее показать. Можно через плечо перекинуть. Соответственно, она нигде не мешает. Находится в зоне видимости. Выступающих частей нет, чтобы цепляться где-то. Сюда можно класть документы охотничьи. Значит, еще раз повторюсь, патроны, кому вот удобно. Все это дело открывается, достается, прячется, ключи от машины. Плюс там, что сделаны из ткани промокающие, то есть не точно скрашенный снег, нигде ничего, как говорится, не мешает, только удобно. Вот, так что всем рекомендую, советую. Вот такие вещи для себя иметь. Другой вариант возможен кто-то на охоте, кто носит джинсовую одежду. Вот я ношу, мне очень нравится, очень удобно. То же самое, ключи от машины, права, какие-то другие, сигареты, кто курит там. Вот очень удобно. Также можно размещать на поясе, перекидывать через плечо. То есть очень удобно. Здорово и замечательно. Легко закрепляется, удобно носить. Так что всем советую, рекомендую. Если кому-то надо, обращайтесь, пишите.